Сюита «Картинки с выставки» – самая крупная и значительная из всех произведений Модеста Мусоргского. К 175-летию со дня рождения композитора харьковские музыканты решили ее проиллюстрировать по-настоящему. И сегодня оркестр играет ее на фоне видеоряда. Музыкантами руководит дирижер, изображениями – художник-аниматор за пультом. Имея только под рукой и перед глазами монитор, идея, имея мысли свои и более ничего. И имея музыку Мусоргского. На создание музыкальной сюиты Мусоргского вдохновило посещение выставки художника Гартмана. Сегодня этой идее дали вторую жизнь, говорит дирижер. Тут такой получается треугольник, сложно подчиненный. С одной стороны, Гартман дал идею Мусоргскому, Мусоргский ее подхватил, воплотил в музыку. Я как дирижер это прочитал. Вместе с художником сформировали свое видео, и теперь мы это показываем на сцене. Музыканты от эксперимента в восторге. Говорят, даже инструменты зазвучали по-новому. Это произведение состоит из нескольких частей, и каждая часть – это отдельное отношение к музыке, отдельное исполнение. Это отражается и технически на инструменте, как, каким звуком, какое звукоизвлечение. Не то, что удалось. Я считаю, это супер удалось. Это очень серьезная работа. Она настолько тонкая, что, я думаю, одного раза не хватит, чтобы понять. Цель современной визуализации музыки Мусоргского – оценка человеческих поступков. Так исполнители сюиты призывают не подражать злым персонажам, обличая их недостатки. Мы затрагиваем темы очень многих страстей человеческих. Собственно говоря, страсти, которые и создают эти конфликты между людьми. Этот концерт – второй по счету из серии премьер. В планах у виртуозов слабожанщины еще не один эксперимент. Оксана Шингаренко, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».